Привет, я все-таки вопреки всему уселась работать за свой поломанный ноут. Чтобы вы знали, вся вот эта херобобина, планшет, экранник и вот этот здоровый монитор, и в том числе сканер, вся вот эта приблуда, она у меня подключена к ноуту, который все время не виден в кадре. Ну, короче, мощный мой ноут всю вот эту работу мою осуществляет. Вот, и не так давно он у меня сломался. Не то чтобы критично, но все-таки такой неприятный момент. Конкретно как что-то такое мобильное, для чего он, в общем-то, изначально и предназначен, он больше не функционирует, потому что с ним все будет хорошо, если не закрывать и не открывать крышку. И, ну, блин, вообще так, наверное, очень по-девочкински, по-женски я сказала крышку. Как это называется? Херня с монитором у ноута. Верхняя часть. Вот пусть будет так. Короче, напозорилась я тут уже. Но что делать? Вот. Не сильна я в этих вещах. В общем, короче, вот он у меня теперь в открытом положении, и все, его трогать нельзя. То есть куда-нибудь пойти с ноутом, поработать в кафешке. Так пока не получится. Lenovo, я там не знаю, ушли, не ушли из России, как теперь все это чинить, не совсем понятно. Вот. Я, конечно, не то чтобы прям расхаживала по кафешкам с ноутом, но меня грела та мысль, что я могла это сделать раньше. А вот теперь не могу.